Мои солнышки, всем привет! Привет, привет, привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своей покупочкой из магазина «Светофор». А вы пока подпишитесь на мой YouTube-канал. У меня также есть Telegram-канал и канал на Boosty с эксклюзивными видео. Забежала в Светофор и увидела очень яркую, сочную новинку косметическую и закинула ее в корзину себе. Очень классный новогодний подарок. Сочная косметика. Сюда входит крем. Посмотрите, какой классный. Крем для лица и тела. Два в одном. С бананом. С вкусным спелым бананчиком и крем для рук. Вишенка. Такие классные. Вкусные, сочные вишенки. Набор для красоты. Там было два вида. Там был с арбузиком. Арбузиком. Но я взяла с бананом. Я их долго думала, с чем мне брать. Хотела с арбузом, потому что мне хочется арбузика. Я уже соскучилась. Но все равно взяла банан, потому что банан, мне кажется, очень вкусный будет. И такой легкий аромат наподобие ванили. Ванильку я тоже очень люблю. Не знаю, банан почему-то с ванилью ассоциирую. Давайте посмотрим, что внутри. Посмотрим, как выглядят эти упаковочки. Стоит ли вообще покупать его? Сама упаковка очень красивая, красочная и подарочная. Плотный картон. Стоит он 181 рубль. Это полностью этот набор. Сочная. Сочная косметика. Ну а сзади он приклеен на вот такой вот скотчик. Скотчик он упирается. Сочная косметика сделает каждый день ярким. Легкая формула крема дарит быстрое, комфортное увлажнение. Окутывает кожу чудесным ароматом, поднимая настроение. Используйте сочную косметику каждый день, чтобы наслаждаться мягкой ухоженной кожей. Способ применения крема. Кстати, вот эти вот нарисованные вот эти крема, они 3D. Прям гравировка такая. Сделано качественно очень. Небольшое количество крема нанести на чистую кожу. Легко массировать до полного впитывания. Использовать крем утром или вечером. Крем для лица. Использовать небольшое количество крема. Распределить по коже лица и тела в направлении массажных линий. Использовать крем 1-2 раза в день или по потребности. Давайте посмотрим. Ух ты!
мышек для рук. Я даже не знаю, какой такой огромный. Посмотрите. Супер. Здесь 150, а здесь 250 миллилитров. Ну, конечно, он для тела. Такой вкусный бананчик нарисован, сочный. Связочка бананов. Мне кажется, хороший подарок, и не стыдно его подарить на подарок кому-нибудь. Вообще классный набор. Не скажешь, что он в Светофоре продается. Но нам нужно проверить его сейчас. Посмотрим, как он впитывается, как аромат его. Может, действительно он не соответствует качеству. Давайте возьмем вот такую вот вишенку. Тоже красиво нарисовано. Посмотрите. Все, почти впитался. Быстро.
вообще можно им лицо мазать? Я не буду, конечно, сейчас им мазать лицо. Но попробовать на руке можно. Оно тоже, наверное, запечатанное. Сейчас распечатаем. Бананчик. Ой, жевательная резинка. Начинает.
Яндексе я протестировала. Мне понравился. Я буду его использовать, скорее всего, как для массажа. У меня муж попросил массаж сделать. И я вот не знаю, может быть, сегодня сделаю ему. И я, если получится, я сниму обзор видео. Попробую вот этим кремом ему сделать массаж. Это для тела. Потому что он очень долго впитывается. И мне кажется, будет такой звук классный. На микрофон. Ну, а для рук я буду с удовольствием тоже пользоваться. Мне тоже он нравится. А этот крем буду использовать для лица. Я его вряд ли буду использовать. А для тела делать массажик я с удовольствием. Как массажный. Он подходит, потому что долго не впитывается. Мои хорошие, я желаю всем добра, всем счастья, мои хорошие. Пока-пока, мои сладкие, мои сладулечки, мои карамельки, чупа-чупс, мои хорошенькие. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал и также на мои эксклюзивные видео на канале Boosty. Я всем-всем-всем рада.